Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел очередной прием граждан. Всего со своими вопросами и проблемами к депутату пришли около 10 человек. В частности, люди просили помощи в трудоустройстве, устройстве ребенка в сад и решении коммунальных проблем. Так, например, жители Ленинского района столицы жаловались на низкое напряжение электроэнергии. Другие же рассказывали о чрезмерно высоких счетах за горячую воду. Депутат пообещал взять вопросы под личный контроль и передать дела в соответствующие ведомства.